Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Это Resident Evil, 8 серия или 9, не помню уже. Я уже не помню, потому что мы проходим все это долго, муторно. Так, короче, руку-то мы нашли. Все мы нашли, и нам позвонил сынишка и сказал, что надо к нему идти. Но перед этим нужно, говорит, заглянуть в холодильник. Что это за хреновина? Легавый ждет тебя в секционной в подвале, сука. Серьезно? Охренеть. Ну пошли. Сейчас бы вспомнить, где этот подвал. Что за звук? А, вот секционная. Подожди, а я где? А я где? Где я? Двор. А, ну вот мне сюда и надо идти. Вашу мамаша. Фух, ну пошли. Подожди, да это ж звук этого был. Щелдобрека. Ну да. Эпоксидка лежит в ящике перед этим. Понял, все. Эпоксидная смола или эпоксидная, хуй, не знаю. Так, куда здесь? Где проход? Так, я зашел. Мне нужно спуститься вниз. А вниз спуститься надо через центральный зал. Это наверх. Мать твою. Что это? Это я уже читал. Там будет ключ, насколько я помню. Давай вот так. Ух, это единственная комната, где мне очень хорошо. Вы достигли максимальное число сохранений у меня уже. Офигеть, окей. Пошли. Теперь я могу играть и не париться, что меня убьют. Потому что я достиг максимального числа сохранений. Это значит, что я сохраняюсь часто и все ок. В смысле здесь темно? У меня фонарика-то нет. А. Тут же было светло, ну хорош. Котельная. Так, мы спускаемся, получается, сейчас сюда, направо. А, стоп, так вот секционная. Точно. Правильно? Да. Блять. Я иногда ненавижу такие игры, потому что... Ненавижу. Потому что они сыкотные. Ой! Бабка! Кто тебя сюда привез, а?
Ой, как хорошо, иногда я завидую тебе, бабка, потому что ты ни хрена не соображаешь уже. Так вот, вон там надо обойти и все. Слышишь, да? Сейчас что-то будет. А тут свет есть. Ой! Сука. Я твой родственник. Тихо. Сучара. Ты живой? Козёл! В рот мне ноги, реально. Какой тошнотворно-сладковатый запах. В смысле? Докажи, что ты настоящий мужик. Сунь руку в глотку этой свиньи. Что? Ну... Достаточно места. Серьезно? Это что? А, это горелка. Подожди, ок. Ключ со змеей. Эта штучка поможет тебе найти карточки ключа. Пробуй свою вечеринку, где мы тебя ждем. Боже мой. Пропуск надо заслужить, Итан. Я тебя найду, говнюк. Я ж тебя убью, сучара ты такая. Вот он, ключ со змеей. Итого... морг. Мы сейчас секционные выходим. Здесь я не выйду, да? Да. Не хватило вам, да, одного? Блюдки. Я спускаюсь. А, так мне сюда надо. Ну да. Мне надо... Ой, ёб твою мать! Да бляха, муха! Да ты серьезно, сдохни уже! Жопа! Где птички мои? И чё? И чё? Они не помогают. А вообще не помогают. Трава просто так съеденная. Просто так не помогает. Вообще. Отлично, 100 FPS. Какая прелесть. Жопа. Так. Такое ощущение...
А, так я здесь был, только с другой стороны, я понял. Блин, мне нужно в дом возвращаться. Да, получается. А, ключ со змеей. Ага, нет, это другой ключ. В каком доме еще ключ со змеей нужно? Ну, в большом, где я сейчас и нахожусь. Да, в главной спальне. И в детской. Два места, где надо открывать его. На втором этаже. Ну, я надеюсь, я добегу до сохранения. Мастерская закрыта, помещение для кремации. Вот сюда мне надо, назад и направо. Котельная. В рот его ебать. Да пошли вы вон! Да пошел ты, слышь! Да вас заеб... Да вы сдохнете! Вы чё так не сдыхаете? Алло! Чё за бред? Просто жопа какая-то на самом деле. Я пошел. Мне нужно похиляться, похиляться, сохраниться. Ты открывай быстрее. Что здесь? Ничего нету. Хорошо, подожди. Ящик припасов. Так. А у меня же ни хрена гранатомет у меня есть. У меня вообще много чего есть на самом деле. Ключ мне еще пригодится. Это нормально. Рука, нога. А, эти все монеты, которые мне нужны, да? Пипец. Да ничего тут особо и нет. Сделайте сыворотку. Ух! Ладно, пойдем с таким количеством жизни, посмотрим, что из этого получится. Если нет, значит, надо будет что-то думать. Бокситка травы нет, и бокситка есть. Надо, блин, с жизнями, конечно, жопа. Это сейчас любая какая-нибудь сопля меня просто убьет с одного удара. О-о-о. Нахер. Воу, вы что так передвигаетесь? Хорош! Сдохни! Сдохни, говорю! Блять, это... Они очень долгие. Классная картинка. Их очень надо убивать. А у меня жизни нет. У меня нету ни хрена вообще. Нету вообще ничего. Ключ с ворона. Разделить или эпоксить порох. Да пошли вы в жопу. Мне жизни нужны. Ёб твою мать. Дробаш нету ни хера. На что мне патроны там лежат? Я не понял, подожди. Это что? Пистолетные. Это что, патроны для 4.4 маг? Магнум. Зачем они мне нужны? 1000 лет они мне не нужны. Так.
Боксит. Так, вот это вот убираем. Боксит убираем. Разделитель. Десять патриков, да, еще у меня есть. Ладно, пошли так, попробуем. Это типа улучшенные патроны. Вот так. Он били, он еле-еле бегает. Это так противно, блин, на самом деле. Сейчас бы промазать. Ублюдок, а. Отлично. Только 7 патронов я на него трачу. Это такое себе. Тихо. Иди сюда, сюда иди. Козлина. Да, блин, ты че издеваешься, что ли? Ох, вашу мамашу. Из них ни хрена не выпадает. Просто ни хрена. Это так плохо, это так мало. Я понимаю, что Resident Evil это игра с минимальным количеством патронов. Ну, хотя бы чуть-чуть бы дали бы. Сейчас вот здесь вот, по идее, им должно быть. Кися. Открывай. Бабка, опять ты тут. О, аптека. Бабулька, ты совсем тут себя не ценишь. Тебя катают с одного места в другое. То же время, что и на остальных часах. Хорош. Ой, сопляхи. Чё это? Ну, опять, как всегда, отмычка. Бабка, отойди. Нету ни хера. О. Апрель 80-го года Джек поступил в морскую пехоту. Это муж ее, да? Ну, муж, дед. Гильзы для дроб... О, травка. Нормально, так. Остальное, что и на остальных часах? В смысле? А где остальные часы? Там нет часов. Вы смеетесь надо мной? Без 10:03. Ой, кровать отодвинется, и я туда пройду, да? А, она по 15 минут ставит. Нет. Что и на остальных часах? Серьезно?
Где? Где часы-то остальные? А, хорош. А, 10:15. Я понял. 10:15. Он со мной игрушки решил играть, козел. Подожди, так же быстрей. О! Бабка. Сохраниться бы надо. О, хорош. Чё это? Чертёж какого-то... О. Home. Main home. Это ворона. Это ш... А, там пистолет этот лежит. Олень. Я понял. Что-то где-то какая-то подсказка. Ценная фотография. Но у меня места нет. А просто нельзя посмотреть здесь. Ну что вы за дебилы? Тут что-то еще явно есть. О. Что это? Ничего. О, о, трава. Нормально, трава. Это вообще нужная вещь. Смешаем с эбокситом. Будет бутылька. Ну что, пошли вниз. Что там? Что там? Этот козел, скорее всего. Я так и думал. Он следит, наверное, и за мной смотрит. Смотри, какой деревянный коридор. И я с огнем. Дерево и огонь — это несопоставимые вещи. Если ты хочешь выжить, этого делать нельзя. Прикольно, он тут все понахи... Ёб твою мать. Да. О, боже мой. О, боже мой. Ай, блин, так. Пипец, и что мне делать? У меня, о боже мой, какой же я мудак. Мухи. Это же гниль. О, улучшенные пистолетные патроны. Короче, слышь, пошли-ка отсюда. А, я же не выйду отсюда уже, все. А-а-а-а. Можно сюда положить что-нибудь? Или он выкидывает без... Да, он не ложит, он... О, боже мой. В рот его манать. Реально. Карточка-ключ красная. Хорош. Карточку я взял. Патроны не берутся. Подожди, а если... А, все, да? Я могу сделать вот так. А, ладно. Лишнее. Боже мой, сколько... Какой же ты дурак, сын. Вы отперли эту. Мастерскую я открыл. Ок. Ключ-карта, это нужна в этом. На улицу. У меня еще здесь есть. Вот туда ключ-карта нужна. А у меня же есть еще здесь комната. Вот. Да, детская комната. Пошли наверх. Сейчас опять что-нибудь будет. Смотри, опять в подвале. Нахер. Воу! Да пошел ты.
Я на тебя тратить не буду. Закрой дверь. Закрой дверь. Сучара. Смотри. Порох мне, наверное, не нужен. По любасу. И трава мне не нужна. Все. Вот это жопа. Пошли. В комната бабульки это... Ой, комната детская. Что это? Это надо наверх подняться. Он исчез, да? Он исчез. Но он может же вернуться, козел. Так, смотрим. Нет, стоп. Надо наверх подняться сначала. По-моему, здесь эта комната вонючая. Так, смотрим. Да, сейчас пробегаем сюда. Туда, к бабке. И там будет комната еще, которую нужно открыть. И тогда можно ключ уже убрать. Ёпарас, это слышь. Открывай ты, крокодил. Фух, что я подобрал? Патроны какие-нибудь. Мамочка повела меня в городскую больницу. Там мою голову сфотографировали странным аппаратом. Потом мамочка купила мне в магазине игрушек пазл из 259 кусков. Этот дурацкий Оливер вечно меня дразнит. Ты чокнутый. Я обманул Оливера, пригласил его на день рождения, потом запер на чердаке с помощью пульта управления. Он все плачет. Выпусти меня, Лукас. Лукас сумасшедший. Я заменил пульт управления, чтобы эта дура Зоя не смогла попасть на чердак. Я объединил пульт с одним из призов конкурса изобретателей. Теперь его не найти. Ага. Детская бита. Нахер она нужна? Ну вот он. Где-то здесь пульт. Я тебе говорю. Чемпионат роботехников-любителей. Он псих. Он хороший, умный, но он псих. О. А ну вот он. Не все одинаковые. Нет, его нельзя. Мячик. Американский футбол, все дела. Ха! Крокодил. О! О! Хорош. Чё это? Пищевые добавки. Ну, я их особо не ем. Хотя нужная вещь на самом деле. О! Красота! Оливер прекратил вопить, но иногда сверху доносится стук. Какая же вонь! Еще с потолка капает странная жидкость. Кстати, у меня выделилось свободное время, и я снова заменил приз пульт управлением. Теперь он будет сиять даже ночью. Я ее без твоей записки нашел. Козел. Вилки, ножки. Опа. Сломано. Места недостаточно. Полезли. О, елка. Happy New Year. Договор на реконструкцию. Клиент Джек Бейкер. Подрядчик Тревор энд Чемберлейн Констракшн. Установка двери с активацией по затенению в центральном зале. Топор, серьезно? Вот этот дробовик можно было положить на место того, вместо сломанного. Ну тут видишь, что тут вариаций несколько получается. Круто. Чё-то. С днем, блин, рождения. Да я уже столько всего не могу взять с собой, что не алло. Ага, дверь еще одна получается.
Ну, ключ мне больше не нужен. А, его нельзя уничтожить, да? Херово. Ключ не нужен, а уничтожить его нельзя. Блин, да что ж так плохо-то они сделали? Боевые инстинкты улучшает, делает вас сильнее, укрепляет ваше тело. Вот отмычка, она нахер мне не нужна, отвечаю. Я не люблю эти ковыряться в говне. Боксит? А касситу надо взять. День рождения. Поставим, потом посмотрим. Бокситкой будет. Посмотрим. Ага. Я уже вижу. Как это хрень. Так. Так. Она придумывает. Так, хорош. Что там у нее? Она не... А. Ну вот же. Нормас. И синяя ключ-карта. А я думал, это проход. Так у меня нету... О, боже мой. У меня места нету здесь. Можно ее выкинуть? Отлично. Так, теперь у меня есть и то, и другое. Мяч? Совсем все печально. Да иди, твою мать. Куда ты полез? А, да ты по как его достать? Все, пошли. Не хочется тратить боеприпасы, которых тут и так вообще нет. Сейчас опять что-нибудь будет, смотри. Не, ничего не будет. Мне надо сохраниться. Нахер отсюда. Так, а сохранялка у меня... А, так мне надо вообще идти на улицу. На улицу мне надо идти. И в мой... Этот... Дом на колесах. Твою ж мать. Дома нету никого. Это либо этот козел, либо Зоя. Еще кто-нибудь. Алло? Эй, друг, не забудь эти карточки. Пропуск на вечеринку. Смотри, не опаздывай. Дай мне поговорить с... Нет, нет, нет. Ты сначала приди. Надеюсь, ты не забыл, где состоится вечеринка. Можешь пойти со двора. Давай быстрее. Все только тебя и ждут. Козел. Я понял, что туда идти надо. Все, я иду. Мне надо сохраниться перед этим. И, наверное, да, эту серию мы закончим. Вот козел. Да пошел ты, почему ты на меня нападаешь? Да блин! Ну это пипец. Ну так нечестно, это не оружие, это полное говно, вот реально. Я его уберу, наверное. Затрахали. Вот реально, конченая хрень. А, тут же есть кассета, подожди, ну ладно, не будем смотреть сейчас ничего.
все. Мне надо забрать айбоксид, сделать аптеку. А травы-то нет. А травы-то нет, подожди. Травы нет, точно? Точно травы нет? Да, есть трава, что ты мне рассказываешь. Вот. Все, а травку другую убираем на место. Все, у меня есть одна аптека и нихера больше нету. Все, ребятки, на этом давайте остановимся. 36 минут, там, пускай 35. Серия ж нормально. И пойдем на вечеринку к этому козлу. Будем его долбить. Все,